Изначально пробный пуск тепла в учреждении социальной сферы был намечен на 27 сентября. Однако погода внесла коррективы в планы коммунальщиков и энергетиков. Мы приступили к подаче тепла в объекты социальной сферы. Соответственно, у нас у всех режим работы круглосуточный. За готовность, явленную в действии вчера всем теплоснабжающим ресурсоснабжающим организациям, благодарность. Вот, и мы всех оповестим, как только будет новое вводное. Новое вводное будет касаться начала отопительного сезона в жилых домах Димитровграда. Согласно постановлению главы администрации города, батареи в квартирах станут горячими только когда на протяжении 5 дней среднесуточная температура наружнего воздуха будет плюс 8 и ниже. Пока четкого указания об изменении сроков или установлении жестких сроков пуска тепла как бы нет. Но необходимо быть готовым, что в любой момент ситуация может измениться. Вот на 27 сентября ожидается среднесуточная температура порядка 3-4 градусов. Коммунальщики предполагают, что отопительный сезон в жилых домах в этом году начнется не в середине октября, как обычно это было в последние годы, а в последних числах сентября. Наталья Васильева, Анжелика Боровинок, новости Димитровграда.